В течение 3 дней в регионе проходит международная научная конференция, посвященная творчеству луцких художников братьев Чернецовых. Первый день проходил в Левитан-холле в Плесе, второй организован в Бурылинском музее областного центра и проходит в формате конференции музейных работников. В завершающий день делегаты посетят родину художников город Луг, где в скором времени будет установлен памятник живописцам. Основная цель конференции – понять наследие незаслуженно забытых художников. Именно так называют Никанора и Григория Чернецовых искусствоведы и историки. В процессе дискуссии выступающие выдвигали разные предложения о способах увековечивания памяти живописцев. Обсуждался вопрос о создании в Лухе виртуального музея «Волги» и возможности проведения ежегодных чернецовских чтений. С точки зрения ученых, наследие следует рассматривать в 3 основных плоскостях – Чернецовы художники, писатели и патриоты. С лекцией о жизни братьев перед Ивановским научным сообществом выступил заведующий отдела живописи Государственного русского музея Григорий Голдовский. Казалось, что братья Чернецовы – это навсегда исчерпанная тема. Тем более, что исчерпанность темы определяется прежде всего, наверное, выставочными мероприятиями. Оказывается, что в Иванове и в замечательном городе Лухе есть такие энтузиасты, которые по праву вознамерились вытащить на свет Божий память о братьях Чернецовых. Вот. И, конечно же, я не смог не принять участие в этом мероприятии.